Семена Гудзенко. Умирала военврач, ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем, о своем ненаглядном, о милом не плачь. Наклонились над ним два сапера с бинтами, и шершавые руки коснулись плеча, только птицы кричат в тишине за холмами, только двое живых над убитым молчат. Это он их лечил. В полевом медсанбате по ночам приходил, говорил о тебе, о военной судьбе, о соседней палате. И опять о веселой военной судьбе. Ты не плачь о нем, девушка в городе дальнем, о своем ненаглядном, о милом не плачь. Одного человека не спас военврач, он лежит на снегу белизны госпитальной. Сейчас у нас состоится дебют. Научный сотрудник нашего музея, который вошел в состав творческой группы по созданию этой выставки, сочинила стихи по этой теме. На мой взгляд, они удались, но судите вам. И сейчас впервые мы послушаем нашу Юлию Янушко. Нервы натянуты, будто струны канаты. Стальная воля сжата в кулак. Ангелы в белом спасают солдат. И жизнь рискуют во время атак. Страшных боев, беспощадных и грозных, сердце от взрывов трепещет в груди. Но, несмотря на усталость и слабость, бросаю смерти в лицо. Подожди. Уверенность, смелость, небезразличие, резкий, точный, как пуля, надрез. Кровь по локтям, во глазах помутнение, пульсирует мысль. Ему рано на крест. Вам всем еще рано. Коля, Вася и Света, я буду бороться за вас до конца. Не умирайте, солдатики, дети. Гоните кровь, молодые сердца. Скальпель отложен. Руки трясутся. Тело свинцовое валится с ног. Но ангел доволен. Он улыбается. Вася стабилен. Я закончил. Я смог. Спасибо, Юлия Николаевна. Вы знаете, наверное, приходит минута, когда нам нужно будет знакомиться с выставкой, но прежде чем состоится это знакомство, я хотела бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли к нам в музей, что вы были с нами сегодня. И сегодня, в третий праздничный пасхальный день, мы хотим пожелать всем вам и вашим близким здоровья и мира. Ну, а сейчас с целью удобства осмотра экспозиции предлагается следующая схема. Первая экскурсия, которую проведет старший научный сотрудник Анисимов Олег Владимирович, это будут у нас первые три ряда